Всем привет! Сейчас расскажу, как прививать яблоню на почку. Так, берется черенок, вот, берется почка, берется ствол, кора у нас типа обрезается ножиком, чтоб чистый был. Проспиртовать надо ножик, как хирургический инструмент. Перед началом можно протереть немного палочку тряпочкой. Вот. Берется вот так, совмещается слой камбия, коры так называемый. Можно только с одной стороны, чтобы схватилось. И все это дело заматывается изолентой. Главное не перепутать, где вверх, где низ. Вот в почках вот влево будет у нас расти. Вот. Сейчас намотаю изолентой. Покажу, как должно быть. Пауза. Ну вот, такая красотища у нас получилась. Можно специальными лентами обмотать, можно вообще пакетиком. Главное, чтобы вот так почка плотненько все тут, все цивильненько. Вот. Такая красотища у нас. Вот и все. Кому понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь, бейте в колоколец. Все, всем пока.